Кратос, расскажи о ком-нибудь, с кем ты сражался на родине. Мне будет полезно лучше изучить твою тактику боя. Как-то я встретил Медузу, королеву Горгон. Ее взгляд обращал людей в камень. Зеркало обернуло бы ее силу против нее самой. Или можно было отрубить ей голову. Но это сложнее. И что ты выбрал? То, что сложнее. Все ясно. Фрея, ты однажды оживила великана, чтобы остановить бой, о котором мы тут умолчим. Ты сможешь так снова? Возможно. А у тебя есть подходящий для этого труп великана? Нет. Ну, вот видишь. Go!
Стрелы печати тут не сработают. Тоже сработал. Что ты нашел? Вижу, ты же мне что-то принес, да? Лунда. Ну что, за дело? Вот. Ой, спасибо вам огромное! Келька вся извелась, так скучала по своему мячику. Ее любимая игрушка. Что? Здорово, что ты такой бдительный, брат. Тихо. Он прав, Мимир. Прояви уважение. Эта пищалка могла нас всех убить. И чуть не убила. Не смейся. Да я ж лопну тогда. Лопни. Ладно, ладно. Начнем. Все кончено? Они мертвы? Все кончено. Твои друзья обрели мир. Славно. И прости, я бы не допустила этого, будь я рядом. Кто мы, по-твоему? Малые дети, ничего не разумеющие? Нет, но... Мы совершили ошибку. Но ты не смогла бы нас оговорить. Даже будь ты здесь, в тот момент. Я... Да, ты права. Прощай, Гунхильда. Прощай, моя богиня. Кратос, спасибо, что нашел время помочь моим людям. Я никому не помог. Они были мертвы. О, нет, помог.
Ты упокоил их души и тем самым облегчил мою совесть. Мне стало лучше. Радуйся, это ненадолго. Ты прав. Я уверена, в других мирах сестры тоже страдают. Вот умеешь же ты подбодрить, брат. Thank you.
Алта!
Ты знаешь, почему я ушла той ночью? Могу лишь гадать. Он показал мне свое истинное лицо. Один попросил наложить на него защитные чары, как я сделала с сыном. Но ведь мальчика это свело с ума. Я отказалась. Он пришел в ярость. Стал швырять все подряд. Разворотил комнату. А после была лишь холодность. Я пыталась как могла, но... Никто не смог бы так жить, королева. Что написано, брат?
Что это? Давай я. Фу, на. Не думаю, что я не сюда. Huh.
Вон, посмотри. Стрелы печати тут не сработают.
Вон, посмотри. Разбойники. Ну, конечно. Осторожно!
Разбойники? Ну, конечно. Осторожно! Это пожиратель душ! Его здесь не место! Нужно его схватить! О, даже я почувствовал! Разбойники. Ну, конечно. Осторожно! Это пожиратель душ! Ему здесь не место! Нужно его схватить! Берегись, сзади! Святым. А теперь ее покинули, разгромили. Надеюсь, то, что мне нужно, еще здесь.